Ивановский общественный транспорт меняется и старается идти в ногу со временем. В апреле этого года в городских троллейбусах появилась возможность оплатить проезд с помощью смартфона. Событие для областного центра, если не революционное, то уж точно прорывное. Задача, которая стояла перед перевозчиком, сделать систему удобной для пассажиров и незатратной для бюджета. Вы привязываете, когда устанавливаете приложение, привязываете к этому приложению свою банковскую карту, и оплата будет происходить с путем списания средств с вашей пластиковой карты. Электронный проездной билет у вас будет действовать как обычный, который записывается на пластиковую транспортную карту. Приложение «Транспорт» можно скачать на смартфон, если направить камеру телефона на QR-код, который есть в каждом троллейбусе. После привязки банковской карты можно сразу же пользоваться безналичной системой. Для этого необходимо опять же направить камеру на QR-код и подтвердить оплату. После показать кондуктору сформированный электронный билет на экране смартфона. Приложение у нас усовершенствовано и с 25 июня. В нем появилась возможность приобретать электронные проездные билеты, предусмотренные нашим тарифным меню. И, значит, кроме проездного билета пересадка, доступно приобретение электронного проездного билета поездка плюс, а также электронных проездных билетов со сроком действия 1 день, 7 дней и месяц. За несколько месяцев работы сервиса им успели воспользоваться более 500 пассажиров. Каждый в среднем проехался около 10 раз. Достоинств у безналичных платежей масса. Во-первых, не нужно доставать кошелек и отчитывать деньги. Во-вторых, пользоваться пакетными предложениями на неделю или месяц гораздо выгоднее. С появлением возможности оплачивать проезд с помощью смартфона достаточно часто люди этим пользуются. В основном это молодежь. Иногда люди спрашивают, мы им объясняем, как этим пользоваться. На достигнутом МУП ИПТ останавливаться не планирует. Следующий шаг цифровизации транспорта – удобное мобильное приложение, в котором можно будет видеть расписание движения и в режиме онлайн отслеживать свой троллейбус. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.